Всем доброе утро. Вот, решился снять видеообзор про свои суккуленты и кактусы. Давно я не снимал обзоры. Последний обзор был у меня летом в июле 2022 года. Но потом как-то особо, знаете, не было желания, возможности. Как бы у меня, знаете, в последнее время суккуленты вот я оставляю, они растут и растут. Особо к ним не подхожу. Но это очень плохо на самом деле. Надо периодически подходить, смотреть, потому что кто-то там подгнивает, кто-то там поражается, грубо говоря. Поэтому очень важно хотя бы там раз в 3 дня подходить, смотреть. Но у меня их очень много, каждого смотреть там, знаете, мне, допустим, лень. Уже нет такого азарта там прям любоваться каждый день. Возможно, я уже налюбовался, поэтому вот так пока что. И пропустил специально этот новый кактус-фест, который был на прошлых выходных. Почему-то вообще не было желания толкаться, толпиться там. И вообще формат кактус-феста мне не особо нравится, потому что невозможно там спокойно смотреть и любоваться там, рассматривать растения, потому что особенно в первый день, как не подойдешь, в затылок кто-то тебе постоянно смотрит и дышит и думает про себя, быстрее уходи оттуда, потому что за тобой там толпа, грубо говоря. Поэтому я люблю второй день приходить, но в этот раз я решил, что вообще пропущу этот фест и не жалею на самом деле. Да и чё жалеть, у меня даже места нету, куда положить растения, поэтому что-то думать там искать, какие-то новые полки я не хочу. А, и вот о стеллаже. Стеллаж у меня новый на самом деле. До этого был старый стеллаж. Он был очень глубокий. Здесь, по-моему, было 90 сантиметров. Сейчас, по-моему, 40. И это очень удобный стеллаж, потому что весь лоток полностью входит. Ну, прямо под лоток сделан этот стеллаж. И очень удобно вот вынимать и обратно вот ставить растения. Сегодня на каждом растении не буду останавливаться, не буду там говорить про каждое растение. Так, общий видеообзор. В принципе, растение выглядит неплохо, но после зимы я там обнаружил несколько экземпляров червеца. Но червец, я скажу, что он почти у всех бывает. Он, как бы, видимо, яйца уже патологически откладываются, и где-то они там проскальзывают. Но надо вовремя замечать и с ними справляться как-то. Но на самом деле я сейчас пользуюсь Актарой, но я скажу, что Актара очень слабый препарат. Либо попадаются подделки, я не знаю, либо я не так обрабатываю, вроде все по инструкции. Но я знаю, что надо проводить несколько обработок, даже если не 3, если не больше. Потому что вот эти цисты, яйца остаются и могут оставаться еще очень долгое время. И когда придет время, они очень быстро размножаются, и растение опять поражается на самом деле. Так, здесь у меня тоже вот наверху есть растение. Ну, здесь в основном детки, черенки. Здесь уже более крупные растения. Здесь у меня кактусы в основном. Ну, всякий микс. Так, вот собирается цвести. Это гинокалипсум дамси. Ну, здесь уже более такие крупные растения. Здесь прямо кусты. Вот это вообще сейчас скоро развалится, потому что она такую макуху наросла, что я не знаю. Там она даже еле палка держит. Ну и здесь у меня такие растения. Сегодня поливал хаворти, и они почувствовали весну, что ли. Все начали пускать свои стрелы. Так вот, тоже цветет. Там очень много бутонов, и он постоянно цветет. Так, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, к
Как найдется время, я расскажу более подробно про свои растения. Пока такой общий обзор. Ну, в принципе, растений у меня стандартные, прям таких редких нету. Единственное, что последнее приобретение вот это, Суйон Фрил и Голден Штат, что-то такое. Если интересно, пишите комментарии, спрашивайте. На самом деле, сейчас я болею, мне как бы не очень удобно говорить. Горло першит, все. Не болейте. Всем хорошего дня. До свидания.